Господин, возвратитесь Твоим преславным познанием сотворимый, путешествуй Твоею втаящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Этой гуманитарной благотворительной акции эта помощь направляется в Македонию, где сейчас ощущается экологическая катастрофа. Помощь не разбирает национальную принадлежность или религиозную принадлежность. От югославской драмы. Россияне глубоко переживают события Югославии. Как это можно расценить, как не варварство в наши дни? Международные какие-либо санкции озвучены в отношении... Так что представлять НАТО в роли спасителя и организатора масштабной гуманитарной помощи по меньшей мере цинично. Самая лучшая помощь, которую может сегодня оказать НАТО народам Югославии, в том числе и албанцам, это прекратить бомбежки. Поэтому, я думаю, те консультации, которые сейчас начинаются, и желание собраться восьмеркой, говорит о том, что возможны варианты все-таки остановки бомбежек и мирного урегулирования вопросов Косово.